А когда наступит этот конец? Мы же не знаем. Вот и торопимся. А ты не торопись. Самые счастливые люди — те, кто никогда и не интересовался этими проклятыми вопросами. Вопрос — это всегда желание познать. А для сохранения простых человеческих истин нужны тайны. Тайны счастья, смерти, любви. Может быть, ты и прав, но попробуй не думай обо всем этом. А думать об этом все равно, что знать день своей смерти. Незнание этого дня практически делает нас бессмертными. Ну хорошо. Во всяком случае, миссия моя окончена. А что дальше? Вернуться на Землю? Понемногу все войдет в норму, даже возникнут новые интересы, знакомства. Но я не смогу отдаться им до конца. Никогда. Но вправе ли отказываться, пусть даже от воображаемой возможности контакта с этим океаном, которому моя раса десятки лет пытается протянуть ниточку понимания. Остаться здесь, среди вещей и предметов, на которых мы оба дотрагивались, которые помнят еще наше дыхание. Во имя чего? Ради надежды на ее возвращение? У меня нет этой надежды. Единственное, что мне остается, ждать. Чего ждать? Новых чудес. Ты не устал? Нет, нет. Я прекрасно себя чувствую.